Щелка сильнее. Раз. 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 Все. Раз. Краны, смесители и трубы вместо конструктора. Профессиональные сантехники показали ребятам мастер-класс. Научить их чинить трубы и краны больше некому. Ведь у ребят нет ни мамы, ни папы. Раз. Заправляешь кран, да. Берешь два ключа и пошел крутить. Как припаивать трубы? Как скручивать раковины? Как пользоваться паяльником? Навыки профессии сантехника перенимали 12 ребят. Среди желающих освоить мужскую работу были и девочки. Мне понравилось все, потому что я еще ни разу не делала трубы, не делала ни разу, не скрепляла, не могла. А вот сегодня на этом как уроке дополнительно мы делали трубы, мне очень понравилось. В конце мастер-класса 11-15-летние мальчики и девочки уже сами научились соединять сантехнические трубы. Все, вот теперь вытаскиваем. Вот этот элемент мы вставляем вот сюда. Сразу, да? Вот она подожди теперь, она застынет. Я трубу попробовала починить. Мы рассказывали про всякое разное. Про сантехника разговаривали. Это мероприятие, мы проводим первый раз в нашем подшефном детском доме. Для детей мастер-класс, чтобы ребята сами посмотрели, пощупали весь материал, как, что можно сделать. И что это действительно можно сделать самим, чтобы они имели представление, что, как, зачем, почему. Вдруг прорвало кран, закрыть хотя бы смеситель. Воспитанников детского дома приучают к труду с ранних лет. Практические навыки, они, допустим, мальчики у нас получают, у нас есть учебная мастерская, где они учатся работать с деревом, работать с металлом, они готовят сами, кормушки изготавливают, а девочки у нас занимаются в своей мастерской, которая называется «Уютный дом». Это в этой мастерской их учат вязать, в этой мастерской они готовят, у нас есть там все приспособлено, они жарят, варят, парят, в общем, все, вот они получают навыки женского труда, что ли. Достигнув совершеннолетия, ребята из детского дома начинают самостоятельную жизнь. И отремонтировать кран и спаять трубы они теперь, возможно, смогут сами. Елизавета Бедник, Антон Максимов, Альфа-Новости.